Здравствуйте, дорогие друзья, Осама Шахин и Наталья. Наталья Адамович, приветствуем вас на нашем фестивале «Неделя арабской культуры». В этом году мы очень рады, что к нам приехали тоже новые артисты. Как и каждый ежегодный к нам приезжают очень известные артисты по Belly Dance. И у нас сегодня уникальный и супер номер по выступлению нашего школы Magic Drums. В нашей школе занимаются танцовщицы и музыканты, поэтому наше шоу – это шоу танцевальное и музыкальное. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне очень приятно присутствовать на этом фестивале, особенно в такое тяжелое, скажем так, непростое время. И очень приятно, что нам разрешили сделать гала-концерт на профессиональной сцене. Усама Шахин я знаю очень давно, много лет, но в первый раз мы работаем вместе именно на его фестивале. И очень благодарна, что после таких долгих лет знакомства и творческих встреч на других фестивалях мы встретились здесь. Вот, Питер вообще очень мне дорогой город. Я много-много лет назад развивала вместе со своими партнерами здесь это направление. И мне приятно сюда вернуться. Прекрасный концерт, яркие номера. Красивые артисты, всемирно известные звезды. И все это было сегодня здесь на сцене. Завтра предстоит конкурс. Желаем всем удачи. И приезжайте, конечно, в наш прекрасный город на следующие фестивали, потому что у нас всегда очень классно. А неделя арабской культуры прошла просто на ура. Очень круто, что, несмотря на карантин, настоящие фестивали продолжили быть. И мы действительно все насладились культурой и искусством восточного танца. Собралось очень много людей, очень много артистов, участниц. Вот. Это что говорит? Что настоящий фестиваль, он, несмотря ни на какие невзгоды и карантины, он есть и он будет. Встретимся в следующем году уже еще большим составом. И гип-гип, ура, неделя арабской культуры в Санкт-Петербурге. Приглашаем всех на наше мероприятие «Хафла Project». Это неделя арабской культуры, это хафла-вечеринки, это регулярные интенсивы с великим Осама Шахин и оркестром Аляс ДК в Санкт-Петербурге и по всей России и за границей. Ждем вас и будем очень рады вас видеть. До скорой встречи, друзья. До скорой встречи.